Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 27 ноября. Вышел я на субботний рынок Махмутларе. Хочу показать вам цены на сегодняшний день. Так. Мандарина качдрави, чебучок. Мандарины 2,5 лир. Яблоки 2 лиры. Груши 4 лиры. Настойки. Ekmek sıcak. Merhaba abicim. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Очень хороший хлеб. Без дрожжи, закваска, домашний, черный мука. Черный, без дрожжи. Да. Каче лир пятка? 13 лир стоит. Сейчас горячий. Горячий. 2 кило мы его? 1 кило. 2 кило. Evet. Ben geri dönüşte alacağım tamam. Senden bir yakak vermiş. Tamam. İşimi bitireyim. Tamam. Video çekeyim. Tamam. Очень вкусный хлеб. Я в основном покупаю вот у него. Хватает на 3-4 дня минимум, на неделю. Bir hafta eve yetiyor ya. Şey tam buğday ya bu. Без глютена. Так, лимоны 4 лир килограмм. Бананы 8 лир. Королек 10 лир. Хурма, хурма, да. Виноград 10 лир. Вот. 10 лир, вот. 10 лир, нет. Потом что делаешь ее? Olmaz. Пора, пора, ала. Geliyor, geliyor. Ben şimdi çekim yapıp bitirip geliyor. Деньги хотят. Я снимаешь ролик, а денег не дают. Buyur abla. Сейчас я докончу съемку и приду, закуплю. Жена там написала целый список. Помидоры 3,5. Баклажан 2 лиры. Кстати, вот очень вкусное яблоко вот это. Вот этот сорт. Правда? 2 лиры. Так. Орехи 35 лир килограмм. Тоже хороший сорт яблока. Бабушки. Зелень 1,5 лиры. Петрушка вот. Здесь банан 7,5 лир. Авокадо штука 5 лир. Так. Картошки 4-5 лир. По вечерам немножко падает на 1 лиру вниз. Морковь у нас 5 лир. Yeşillik bir bıçak.
Ныряем. Угу. Сейчас я пройдусь вперед и продолжу съемку. Дорогие, эти гранаты 10-15 лет. Королек 10 лет. Папайя. Драконий гранат. Ох, фейхо. Появилось, да. Надо купить. Вот так. Так, дорогие зрители, я уже внутри рынка. Здесь уже две лиры зелень. Так, рынок очень большой. Нужно крутиться, смотреть. Туркачера. Никого нету. Оливки. Цена 25 лир и выше. Mantar kaç lira abi? 15 lira abi. İmbir. Fiyat ne kadar? 100 lira abi. 100 lira stoy imbir. Hadi brokoli 5 lira tane. Brokoli tane 5 lira. Yiyorum abi. Arbuz 4 lira. 25 lira niye koyalım? 5 lira. Koyun abi. Hadi brokoli tane 5 liraya. 7 штук 10 лир. Вот эти кукуруза, а эти 6 штук 10 лир. Черри 7 лир, помидорчики. Органик курма 13 лир. Прошлую неделю было 20 лир. Уже вот видите, спали цены. Тут 7 лир. Alın bakalım. Bu da şeker abi. Hemen şekeri götür. 6 lir. Bananı здесь также. Айва стоит 5 лир. Лук 1,5 лиры, 4,5. Клубника 35 лир. Здравствуйте. Как поживаете? Давно не нормально? Сейчас. Так, все, всего доброго. Здесь выжимают сок из гранат. Так красиво. И пакет перешли. Барбурда, там он, барка. Колай, я стал владеть. Шише пиате? 20 лир. Литр стоит 40 лир. Оригинал. Вот так выжимают натуральный напиток из граната. Tamam. Без косточек гранат. Половину съем. Да, проверил. Ну, слишком маленькая косточка и слишком маленькая. Незаметно, когда кушаешь. В этой стороне тоже у нас бабушки проживают.
поднять не ту сторону. Так. Здесь тоже бабушки, вот дедушки. Здорово. Тама. Вот паника уже бабушек. Бесплатно, говорит, не снимай. Есть уже банан 5 лир. Так, там много народу. Надо отойти. Пять некогда работать. Убил бочек литрами? 40 лир. Полтора литра 40 лир. По? 15 лир. Здесь подешевле. А, ладно. Еще килятый. Здесь уже арбуз 4 лиры килограмм. Дыня 8 лир. Три кило 10 лир. Там у нас базар. Продают одежду всякую, рынок продолжается в ту сторону. Там снимать не хочу, потому что там в основном одежда. Вот такие сладости покажу вам еще. Киви 10 лир, большой киви 13 лир. Чеснок стоит вот это 10 лир. Грибов истеридия называется. Шеф, нектарик, качера. Киви 20 лет. Качера дут.
Дуд кач лира? 30 лир. 30 лир. Шелковица. Тут клубника 20 лир. Надо прогуляться. Где-то подешевле, где-то подороже. Картошки 4 лет. Здесь тоже 20 лет, 25 и 30 лет. Клубника. Сухофрукты. Это оливки. Разные сорта. Вот это яблоко. Надо лесная. Bunun adı ne geçiyor? Abi onun adı gecek abi. Gecek. Şekere, tansiyona, kalbe, akciğer, böbrek, damar birebir abi. Просто давление и нескольких заболеваний. Очень полезно. Лесное яблоко. Меша эльмасы, böyle diyelim mi? Geyik elması, geyik. Dağlarda geyik yetişir. O sadece geyikler yer bunu. Anladım. В горах растет. Boy uzatıyor, boy. 10 liraya çilek. Я боярышник. Başka var mı ne kutu böyle? Hazırda yok. Ne? Kasele var mı? Написано. Доброе утро. Merhaba. Все, дорогие зрители. Я вам показал рынок. Вы увидели все цены. Всем пока-пока.